Всем привет! Это новое видео о нашей поездке в Польшу к друзьям. В этом видео я буду ехать в Варшаву. Что меня ждет в Варшаве, я не знаю. У меня нет ни брони в гостинице, ни мобильного интернета. А телефон уже почти сел. Сейчас мы едем в Бидгащ на автовокзал, откуда у меня отправится автобус. Мой друг Дарек согласился отвезти меня на автовокзал. Завтра я лечу визером в Киев. А эту ночь мне нужно найти, где переночевать в Варшаве. В Варшаве у меня нет никого из друзей и знакомых. Нет брони в гостинице. И я не знаю, что делать. То ли по приезду искать бронь, то ли идти и ночевать на вокзале или в аэропорту. Мне кажется, где-то золотой куч он поворачивает. Да, он поворачивает машину так. Сюда, да. Какая интересная машина. Да. Кафар. Я это. Ага. Думаю, может здесь эстакад будет какие-то. Может быть, расширяют дорогу как-то. И он прям туда наверх. Они или что-то кладут, видишь, он туда, ага. Прям наверх. Тоже иначе. Угу. То здесь был нормальный рондо. Угу. Ну, а теперь таки маленький рондко там давали, а здесь. Ну он туда начинают. Едут вон, да. А нам куда надо? Прямо. Ну туда едут, да, вон да, красная да. Машинка поехала. Да, там где-то белый идет. Угу. Да, вон они едут так. Туда. Через реку. О, мы сейчас через реку будем ехать, да? Да? Класс. С левой стороны будет старый участок города. Угу. Зря девочки не поехали, конечно. Ну, они очень хотели к лошадям. Река. Да. Ага. Там старая часть Бидгощи. Ага, да, мы там когда-то гуляли. Да. Мы тогда с девочками, когда были, мы поехали в Бидгощ как раз перед отъездом, чтобы погулять. И погуляли часик, а потом поехали на Варшаву. Но где-то на развязке не туда повернули. И едем, я говорю, девочки, что-то я на Варшаву не вижу указателей, вижу только на Гданьск, и количество километров уменьшается. Говорю, по-моему, мы куда-то не туда едем. Так мы пока доехали до места, где развернуться, то, наверное, час где-то потеряли. То чуть ли не поехали на Гданьск. Спокойно.
Приехали на вокзал, и там вон стоянка велосипедов. Классно тут. Меня привезли сюда. Тут с 12-го перрона будет ехать автобус на Варшаву. И я поеду на нем в Варшаву. Поэтому, ну, в автобусе уже, наверное, не буду снимать. Сейчас хочу показать, какой здесь красивый. Ну, я так развернусь. Гляньте, какой-то мост. Он очень интересно так. Пытаюсь на нем сфокусироваться. Он так интересно выглядит. Мне так нравится. Вот так. Сейчас переключу камеру. Такой вот мост интересный. Очень красиво. И куча автобусов. Самые разные. Ну, у меня написано, что нужно быть за 15 минут. Такие часы красивые. Сейчас пойдем, наверное, купим водичку в дорогу. Пойдемте на сам вокзал. Вон в Варшаву какой-то едет, но это не мой. В Варшаве есть несколько автостанций. И я выбирала ту, что будет ближе к аэропорту. Кстати, Дарек смотрел, то в Варшаву два одновременно отправляются в 12:40. Наверное, вот этот вот автобус. И он идет не до той станции, до которой мне надо. А мой идет через вот эту станцию, которая мне не нужна, и Варшава Заходняя. Это Заходная там. Вот, Wi-Fi тут есть. Где мы водичку попьем? Мне надо, чтобы можно было платить наличкой. И еду, может быть, купить. Капустой. Воды что-то мало вижу. Я, конечно, люблю большие магазины, а вот тут вот карта. Где мы тут находимся? Кто найдет, где мы находимся? Я не понимаю, где мы находимся. Вот аэропорт. Мы с аэропорта ехали. Ронда. Вот это центр. Не знаю, где мы находимся. Печально.
Я люблю, когда на карте сильно обозначено вот так вот жирным и понятно, где ты находишься. Так, у нас отправление в 40 минут. И написано, что за 15 минут быть на... То есть уже 15 минут есть. Да, скоро будет. Значит, у нас есть 2 минутки купить воду и идти на перрон. У вас карткой можно расплатиться? У нее карткой нельзя расплатиться. Доброго. А карткой можно? Карткой. Картом платить можно. Воду. Дуже вода? Газовану чи ні? Не газовану. Зродубки чи ні? Ні. І якийсь сирник, да? Що у нас тут є? З м'ясом, панзенек. Пастезик. I coś jeszcze do tego? Pse. Mhm. Proszę. Tak, to tak. Odczytaj kartę jest. Dawajcie, żeby pan może postawić. Mhm. Вон другие. Только что рассчитывались. Не хочу. Давай до грошима тобі. Пацано. Готовком, так? Так. Прошу вас. Угу. Дякую. Пришла у меня карта почему-то. Вот купила водичку, купила булочку себе в путь. Теперь возвращаюсь на место. Нам справки сказали, что на 12-м пути. Вот Дарек уточнил это, привел меня на 12-й путь, на платформу. И поехал к девчонкам, потому что все-таки это хоть на вид и взрослые, но дети. Поэтому поехал к ним. Ну, а я возвращаюсь и буду ждать свой автобус. Все, уже когда сяду, пообщаемся еще. Я уже села в автобус, и сейчас будем отправляться. Покупала билет через интернет, и билет до Варшавы, сейчас скажу. Ищу, где я делаю билет. Уже потеряла билет. Может, сумку положила? Да. Вот билет с вот таким вот QR-кодом сама распечатала, Flixbus.
сам скажу, сколько стоил заранее. Тут у меня цена не написана. Сейчас. Тут тоже цена не написана. Понятно. Мы поехали и начали падать. Сейчас я. Вот у меня есть билет. Короче, билет от Быдгоща до Варшавы мне обошелся 135 гривен всего лишь. Да. Это около 5 долларов. Да. То есть, ну, вообще, прекрасно. В общем, можно очень бюджетно путешествовать. И вот мы уже покидаем вокзал. И теперь будем ехать в Варшаву. Тут очень сильно шумит, то я стараюсь на фурнитуру говорить. Вот, у меня на телефоне зарядка 62%, поэтому нужно мало снимать, потому что я еще не знаю, где я буду ночевать. Я хотела оплатить заранее, забронировать через Booking, но у меня не получилось, моя карта не смогла. То есть билет на автобус я оплатила, билеты на самолет, Ryanair, Wizz Air я оплатила, а вот Booking, хостел какой-то у меня не принял карту на оплату, что-то не понравилось. В общем, не знаю, поэтому мне нужно будет, когда я приеду в Варшаву, найти место, где будет интернет. Соответственно, мне нужно будет, чтобы мой телефон был заряжен. И посмотреть уже тогда на Booking, где есть свободные места, и пойти туда ножками поблизости. То есть, да, там есть такая, ты можешь по карте смотреть. Я посмотрю по карте, где есть поблизости, по какой цене. И пойду туда ножками и попробую заселиться так. В общем, о своих приключениях буду рассказывать. Ой, как клево так свет теперь, то я себя темно снимала. Вот. Все-таки насколько важен свет, да? И вон там даже видно, как немножко едет. Автобус почти пустой, может быть, еще где-то люди сядут. Но пока что нас тут человек 10 село на весь автобус. Посмотрим, как будет дальше ехать. Все, мы поехали. Удачного нам пути. Переезжаем через реку, вон там такие пляжики. Прикольно. А еще мы только что обгоняли автобусик, и они друг другу посигнали. Так прикольно было. Наш автобус, там автобусы такие поздоровались, так тихонечко, так папа. Очень клево вообще, я еду и балдею. А еще мне очень нравится, как у них адреса пишутся на домах. Я вот достала телефон для того, чтобы это сфоткать, но мы уже дома приехали.
я через 5 часов езды в автобусе. И через 6. Сейчас 18:22, мы уже в Варшаве. Немножечко опаздываем. Должны были быть 18:10 уже на автостанции. Конечно, уморительно очень, но все равно прикольно. Сейчас попробую поснимать, но солнце с моей стороны. И получается, против солнца снимать вообще ничего невозможно. На телефоне уже заряда почти нету. Сейчас, как приеду на автовокзал, первым делом буду искать какую-то розетку. Надеюсь, найду. Очень прикольное объявление, да, как я понимаю, по смыслу, что остановка временно отменена. То есть нету, заклеили ее и все. Это не так, как у нас можно простоять несколько часов, ожидая автобуса или маршрутку, а потом узнаешь, что уже здесь ничего не ходит или ничего не останавливается. Очень клево продумано. Трамвайчик. Мы поворачиваем, и теперь я смогу поснимать немножко. Макдональдс. О, это остановки с прокатными велосипедами, но я пока не знаю, как ими пользоваться. Хотя, может быть, сейчас попытаемся разобраться. Только что с картой. Карта показывает, что осталось 9 километров и минут 12 еще ехать. Здесь уже приближаемся. Я так понимаю, следующая остановка это будет как раз уже западный автовокзал. Велосипедисты и пешеходы вот, очень разделены. Я слышала о том, что Варшава это вот рай для для велосипедистов. О, вот тут много велосипедиков для аренды. Попробуем разобраться. Кстати, вот девушка едет на аренду. Проверила карту еще. Сейчас нам надо будет расставить. Дважды налево, и там чуть покрутимся, и все, и уже приехали. В общем, подъезжаем. Ой, мне кажется, было бы очень клево сходить в кино. Такая красивая статуя была, но я, к сожалению, поздно ее. Ну, попыталась, и мне не получилось сразу начать снимать. О, мы выезжаем на большую такую дорогу. Рекламу YouTube на лето бесплатно. Очень прикольное предложение. Возможно, стоит такого провайдера купить сейчас, когда прилетаю, чтобы можно было грузить на YouTube бесплатно. И нам еще раз надо будет налево. Я добралась в Варшаву. Да, вон там видно, витаем в Варшаве, даже написано на украинском. Ноги очень болят, гудят. Сейчас у меня телефон почти разряжен, поэтому сейчас срочно светит. Иду искать, пытаюсь найти розетку.
Где можно зарядить телефон в Варшаве, вы узнаете из следующего видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Пока-пока!